отсюда идти не можешь. Я чиню только роботов. У меня нет обезболивающих для людей. Я понимаю, что ты киборг, но... Ты уверен? Вытаскивать детали без анестезии будет крайне больно. Тебя осмотреть и попробую починить. Да. Сейчас я переоденусь. Части нужно будет снять. Надо будет проверить динамик, как работает. У тебя же там стоит усиление звука.
конструкции у меня нет в наличии, только если сделать на заказ. Но это ожидать 3-4 недели, и будет стоить она где-то $500. Ну или можно ускорить это за 2-3 дня, но это будет стоить $10,000. Так что смотри сам. Сейчас я раскручу вот этот элемент и посмотрю, что с твоим глазом. Хорошо. Так. Здесь вроде бы все хорошо с этими креплениями. Так. Вот это вот. Ага. Так. Так вот. Отлично.
Сейчас я еще. Расправь. Потрогай мои руки.
немножко смазки. Как?
тебя не одновременно вызываются. А попробуй послать одновременный импульс. Вот эти отстают. У тебя раньше так же было. Надо будет проверить твой чип в голове. Возможно, там какое-то есть повреждение. Или неправильно установлено. Хорошо, сейчас там тоже посмотрим. Так, твоя нога, давай разберемся с твоей ногой. Так, ставь вот сюда, сейчас я подвину. Затирай ногу, ставь ее сюда. Ну, а что делать? Вот так вот прям, да-да-да, ставь. Так. Соединять стопу. Ну, я понимаю, что у тебя были классные стопы, которые могли вызывать колеса, и ты мог просто ездить, но вторую мне покажи. Тоже сюда, вот так же, вот. Держи в зубах, потому что будет больно. Да. Так, мне нужно тебе найти протез. Сейчас поищу. Все, что я могу тебе предложить, это вот такой вот протез. Другого у меня, к сожалению, нету. Да, деревянный. Нет, он полностью подключается в нем. И тут все также провода, то есть все пальцы, все двигаться будет, да, чувствительность будет снижена во много раз, потому
свой.
Еще я.